Hello, guys! Привет, друзья! Welcome to the Russian pronunciation lesson! If you want to speak Russian as clear as I speak, follow me. Okay, in this lesson, I want to try to speak Russian. Yeah, I will translate some difficult words for you, but anyway, I think it's a great idea to give you a chance to listen to Russian more and more. Okay, so here we go. Но сначала я хотел бы поблагодарить подписчиков Шанье М, Fun of Languages и Луна Нера. Ребята, молодцы! Отличная работа! Продолжайте! Итак, давайте послушаем аудио. В российском селе Оймякон зарегистрирована самая низкая температура воздуха. Рекорд холода был минус 77 градусов в 1938 году. Окей, это было не очень сложно. Давайте посмотрим на этот текст. Итак, в российском селе Оймякон зарегистрирована самая низкая температура воздуха. Рекорд холода был минус 77 градусов Цельсия в 1938 году. О чем этот текст? О чем? Да? Мы видим, что в селе, в одном селе зарегистрировано что? Зарегистрирована температура. Итак, в селе каком? В селе Оймякон. Оймякон – это название села. Село – это деревня. Деревня маленькая, село немножко побольше. Итак, в селе Оймякон, конечно, село российское. Да, мы можем сказать в русском селе или в российском селе. В чем разница? Например, я русский или я россиянин. В чем разница? Русский – это национальность, а россиянин – это житель России, который имеет гражданство в России. То есть я могу быть, например, узбеком, англичанином, кем угодно по национальности, но я имею паспорт России, и я россиянин, житель, гражданин России. Окей, в российском селе Оймякон зарегистрировано. Зарегистрировано означает установлено. Установлено. Зарегистрировано. Зарегистрировано. Зарегистрировано что? Самая низкая температура. Итак, температура. Это слово очень похоже на английское temperature. Temperature. Температура. Угу. Температура какая? Самая низкая. Самая низкая. Не просто низкая, но самая низкая температура. Температура чего? Температура чего? Температура тела? Нет. Температура воды? Буль-буль-буль-буль. Нет. Температура воздуха. Да? Температура воздуха. Итак, рекорд. Это очень просто. Record. Рекорд. Рекорд чего? Рекорд холода. Был минус
77 градусов. Так, был — это прошедшая форма быть. Ого, быть. Был — то есть в прошлом. Был. Рекорд холода был минус 77 градусов Цельсия. Это порядка минус 106 градусов по Фаренгейту. Фаренгейт. Отлично. Очень холодно. Очень холодно. И когда рекорд холода был минус 77? Когда? В 1938 году. Отлично. Давайте посмотрим на произношение. Pronunciation. Произношение. Итак, в российском селе. Итак, эту гласную, vowel, гласная, мы меняем на а, так как в российском ударение, stress, ударение здесь. Так, в российском здесь тоже а. Селе, здесь все просто, как слышим, так и пишем. Селе, село. Можно сказать село, в селе или в селе. Оба варианта окей. Оймякон — это просто название, поэтому оставим его. Зарегистрировано. Итак, зарегистрировано — ударение, стресс здесь. Зарегистрировано. И зарегистрировано что? Самая низкая. Самая низкая. И вот здесь мы видим интересный момент. З здесь мы меняем на С. Самая низкая. Почему мы меняем З на С? Почему? Потому что это следующая согласная, next consonant, она мягкая. К. И если следующая согласная мягкая, мы должны сделать предыдущую тоже мягкой. Например, низкая. Температура. Итак, температура. Ударение, стресс здесь. Температура. Угу. Воздух. Здесь «з» мы не меняем на «с», не меняем. Почему? Потому что «д» — это твердый звук, hard sound. Итак, воздуха. Рекорд снова согласная в конце слова. Если мы видим согласную в конце слова, мы должны ее смягчить, make it softer. Мы должны произнести здесь Т. Рекорд холода. Можете посмотреть. Холод. Мы меняем на Т. Но холода. Так как есть гласная, мы не меняем звук. То есть здесь остается «д». Холода. Отлично. Рекорд холода был минус 77 градусов в 1938 году. Снова, если бы мы сказали... Например, 2000 год, то мы бы произнесли это как год. Но так как у нас есть гласная, vowel here, здесь, году, то мы не меняем на Т. Здесь меняем год. Итак, давайте произнесем весь этот текст в
вместе. Да? Напомню, что мы также меняем зарегистрировано. Зарегистри здесь а, холода, холод, холода, а, воздуха. Угу. Все, отлично. Так, давайте вместе скажем. В российском селе Оймякон зарегистрировано. Зарегистрировано. Самое низкое. Температура воздуха. Рекорд холода был минус 77. Минус 77 в 1938 году. Длинная очень. В 1938 году. Угу. Отлично. Следующий диктант, next dictation, очень интересный. Он был записан двумя моими друзьями. И они записали это аудио в душе, для того, чтобы получить лучший акустический эффект. Итак, друзья, удачи, послушайте этот диалог и встретимся в следующий раз. До встречи! Привет! Какие планы на вечер? Наверное, пойду в кино с другом. А у тебя? А я хочу сходить в театр. Круто! Привет! Какие планы на вечер? Наверное, пойду в кино с другом. А у тебя? А я хочу сходить в театр. Круто!